Ну а что? А и летит пташечка. Не шумит. Не громко, да, так? Рыб? Да, хорошо. И настроен движок. Где отлично. Интересно, какая там скороподъемность сейчас будет. Ну, сейчас подъемность будет. Наверное же. Ну, он уже, я смотрю, он сваливание пробовал, срыв. Ну, здесь 130 сил. Тут в одиночку его на полный вообще не требуется совершенно. Бешеный табурет. Вот, вот такой можно и на плоски ставить, по-моему, утянет вообще и в плоски, и в пилот с пассажиром.
он тягу сейчас 250 килограмм. Мерили? Да. Он только что на динамометре. Не знаю. Ну, может быть, да. Колбасит там хорошо сейчас. Собирается сразу домой садиться. Ты газовый человек, холостых? Не, он просто это самое, но он тяжелый, поэтому вниз идет хорошо. По звуку слышишь, сел. Совершенно. Ну, отлично, поехали туда.